Время поговорить о моде Великой Степи. Здравствуйте! Выбирая то или иное украшение, а может и одежду с интересным рисунком на ткани, вышивкой или узором, мало кто задумывается о том, что каждая деталь новой покупки может нести какую-то смысловую нагрузку. Взять хотя бы принты. Крестики, звездочки, круги, ромбы. Когда-то это были очень важные символы для наших предков. И сегодняшнюю программу мы посвятим древним знакам под названием «Тамга». Задолго до современных информационных технологий тюркский мир имел совершенную систему визуальной идентификации – тамгу. Этот феномен возник на рубеже 2-1 тысячелетия до нашей эры. Древние знаки можно обнаружить в наскальных рисунках, в форме амулетов, названиях племен и родов, на монетах, оружии и конской упряжи, в старинных документах и картах, в тавро, которым до сих пор помечается скот. Элементы тамги со временем перекочевали и в национальный орнамент, например, кошхармеюс. Жалпы біз қазір тамға деп жүрміз. Негізі көне түркше сөз. Ол тамға дейді көне түркше. Сосын қазақ тілінің, қыпшақ тілінің дамы ерекшелігінде байланысты тамға дейміз қазақ тілінде. Бірақ басқа түрк тілдерінде тамға, таңба, таңма деп әртүрлі тұлғасында айтылады. Бұл сөздің арғы түбі қазақта табын деген сөз бар. Тамызу деген сөз бар. Ол қыздырып, ізін қалдыру деген мағына. Білдіретін, сонда семантикадан дамыған. Ал енді күні түрік болсын, күні моңғол дәуірі болсын, жалпы көшпелілердің, евразиялық кеңістіктегі номадтардың киім-кешектерінде таңбалар кездеседі. Бірақ бізге сол киім-кешектерді дәл осы тамға деп айту қиын, бірақ дегенмен де ою-өрнектің киімдегі. Соның өзі синкретикалық тұрғыдан таңбаның бір көрінісі деп айтуға болады. Өйткені, мысалы, дөңгелек шеңбер күннің бейнесі. Ондай шеңберлер киім-кешектің оюларында, өрнектерінде кездеседі. Жарты сызық, жартай дөңгелек ол да бар. Қошқар мүйіз деген бар, қос тұмсық деген бар, қаз табан дейді, бүркіт, қасқырдың табаны дейді, бүркіттің жембасары деген бір үш. Үш сапсағын айтатты бүркіттің жембасары дейді. Сол секілді сызбаларды көрсеткен тамғалардың көріністер көрінеді. Наскальные рисунки или балбалы, каменные статуи, дают лишь примерное представление об одежде кочевников. И все-таки именно один из петроглифов подарил интересную информацию о том, что костюм намада тоже помечался особым знаком. Киімдерде көп сақталмаған ғой. Енді археологтардан қарасаңыз, қаншама жыл ғасыр өтті. Тіпті 14-13 ғасырдың кейбір кездейсоқ табылымдарда, мысалы, жібектен жасалған киімдер табылады, бірақ оларда таңбаның белгісі жоқ. Ал енді зат бұйымдарда кездеседі, ол бар. Ал күні түрік дәуірінде, мысалы, кеудесінде таңбаны өрнектеп кестеліп тіккен, сол шапан киген сатақшының петроглиф суреті табылған. Ол демек кезінде қолданды дегенді. Яғни киім кешектерде таңбаның көріністері бар дегенді көрсетеді. Ол дәл осы неменесін көрсеткенде мына таңбамен. Издревле из тамги складывались знаки родоплеменной и семейной собственности, мотивы орнаментов, доалфавитное письмо, арифметические знаки. А еще нам оставлены в наследство топонимы. Поселок Тамгалы в Казахстане, поселок Тамга и горный перевал Тамгабель в Кыргызстане и город Табгач, первоначально называвшийся Тамгач в Северном Китае. Если шить из карты с этими географическими точками платье, то в каком-то смысле Тамга вернется на одежду. Подобный арт-объект создавала английская художница Сьюзан Стоквелл, только посвятила его истории своей страны. Она использовала военные карты 300-летней давности для создания одежды, намекая на главные приоритеты Соединенного Королевства – войну и политику. Уверены, что и история степи способна разбудить творческую фантазию.
Можно только гадать, почему дизайнеры используют на ткани древние руны и космогонические знаки. Кто-то просто хочет выделить свою коллекцию, а у кого-то это неосознанный порыв обратиться к истокам. Зато ювелиры делают украшения с тамгой, зная, что это востребованное искусство и, возможно, серьезнее, чем просто модная тенденция. Значки, печатки, кулоны – почти любое ювелирное украшение подходит для того, чтобы разместить родовой знак. После развала СССР не только страна, но и люди стали искать ответ на вопрос – кто мы, где лежат наши корни, что выделяет мою семью во времени и пространстве, что будет оставлено нашим детям. К примеру, я вот свое нашел. Вот круг Дулат. Потом идет четыре сына там. Я из него с сихом вот он знак поставил. Так как я в книге ходил, искал, потом еще этот нашел вот то, что вот Байдибек Баба и Домалагана. От Домалагана вышли Албан Суан Дулат. Мне это было интересно, я копался, я нашел. А потом у меня пошло-поехало, я вышел, вытащил 48 значков. 12 улужузов, 7. Средних жузов и кши жузов 26. И не входящие еще в жузы. Чтобы люди не спрашивали, я его повешу. Будут люди, значит, вот я вот такой-то вот человек. Но многие люди приходят в основном для того, чтобы подчеркнуть свой статус именно своего родового знака. Так как каждого рода есть свое это, ну, поколение. То, что мы относимся к такому-то. Многие приходят от того, чтобы как будто людям подарить, потому что сейчас все избито, все это, а нету такого, чтобы новенького было. Если тюрколог Напил Базылхан на тамге говорит как о самом грузоподъемном археологическом материале, который способен поведать очень многое, то ювелир Алияр Баетов видит в очередном заказе на украшение с тамгой возможность придумывать интересную форму и наполнять ее новым смыслом. Тамга... Это просто знак такой. Ну вот куда вы этот знак, как вы его можете разместить? Его могу поставить по центру, могу поставить с краю. То есть сама, вот, например, взять, если браслет, к примеру, вот браслет, это идет, если вы смотрите с высоты птичьего полета, вот его как бы сторона, где он живет сам. А потом идет в это, его окружности. Потом пошло-поехало, где это в круговую все. Куда бы он ни пошел, всегда мать-земля его это оберегает. То есть дух предков, дух этого. Вот он может ее вот сюда по центру поставить, либо сказать, вот я, а вот здесь вот рядом, вот, это мое, вот мой круг. Тамга, она это показана для того, чтобы люди смотрели и знали, кто такой. Символы окружают нас повсюду. Приглядитесь к одежде прохожих, украшениям, гербу родного города, вывескам и эмблемам компании. Возможно, простые или витиеватые знаки поведают вам о чем-то интересном. Моду Великой Степи вы можете посмотреть на сайте телеканала «Белем Жане Мадинет». До свидания.